системе органов внутренних дел МВД России вневедомственная охрана – одна из самых многочисленных и основных служб полиции, стоящая на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников. С 2017 года служба вневедомственной охраны перешла в войска Национальной гвардии и является их подразделением. Попытка проникнуть на объект, то есть сама квартира или там частный дом, или какая-то другая организация, ну, допустим, магазин, там устанавливается определенная сигнализация, ОПС называется, охранно-пожарная сигнализация. Она помимо того, что она срабатывает на то, что человек может туда пройти, ну, также и на пожар. Эта сработка поступает сюда на пульт централизованного наблюдения, откуда сразу же поступает сигнал группе задержания, они выезжают на место поступления сигнала. На сегодняшний день службой вневедомственной охраны охвачено более 120 объектов, находящихся под их охраной. Как отметил Булат Салаватов, заместитель начальника межрегионального отдела вневедомственной охраны по городу Хасавюрт. По статистике, за текущий год в городе с января месяца совершено 6 краж, а за прошедший год их было зафиксировано 7. Стоит отметить, что кражи идут на спад. Это является главным стимулом доверия граждан. Хотел сказать, чтобы наши граждане города Хасавюрта пользуясь услугами отдела охраны, так как ваша безопасность – это наша работа. Накопленный с годами основанием вневедомственной охраны опыт работы доказал эффективность деятельности подразделения органа как в защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка в городе. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».